Ребятушки, всем привет! Сейчас покажу вам, как надо есть грейпфрут. Не все грейпфруты любят, но на самом деле это супер полезный фрукт. Итак, что делаем сначала? Открываем наклеечку, читаем. Хасан. Вот, это как, знаете, как имена, когда пишут на кофе. Вот это то же самое. Грейпфрут предназначался Хасану. Но ему не повезло, буду есть его я. Итак, первое, переворачиваем грейпфрут вверх ногами и начинаем чистить, начиная с вот этой вот точки. Вот, делаем несколько надрывов, чтобы грейпфрут стал похож на розу, и вот эти вот лепестки открываем. Вот так вот. Вот. Вот такая вот техника используется. И открываем. Вот. Теперь смотрите, что осталось. Надо оторвать вот эти вот крупные белые фиговины. Не знаю, как они называются. Вот. Вот так вот отрываем. Они вот как раз между дольками. Тут волокна есть. Рвем за них, и все легко отрывается. Вот. Рвем и складываем все внутрь, да, чтобы лишнего мусора не оставлять. Да, будьте внимательны, чтобы вам в глаз грейпфрут не стрельнул. Так. Так, отрываем и проводим внешний осмотр. Вот тут вот еще осталось. И вот тут, гляньте, целая куча этой белизны. Вот практически и все. Так, делаем осмотр. Ну, немного тут осталось, но я уже не буду дочищать, скажем так, до идеального состояния. Теперь что делаем дальше? Засовываем палец сюда и ковыряем внутри. И вспоминаем о детстве. И теперь вот так вот разрываем на две половинки. Одну ложим сюда, ну или куда-то. Теперь смотрите, есть две техники поедания. Берем, отрываем одну дольку. Вот. Так, вот тут, если крупные вот эти вот белые фиговины остались, вырываем и съедаем. Сочный, отличный. И есть вторая техника, где мы берем вот эту вот шкурку, которая находится на каждой долечке, и снимаем ее. Вот так вот. Многие говорят, что вся горечь сосредоточена вот здесь. А вот когда кушаете вот так вот дольку без ничего, то вкус намного лучше. Вот так вот сняли, отломали. Посмотрите, какой идеальный кусочек. И в топку его закидываем. Раньше я грейпфрут ел именно так. С каждой долечки снимал вот эту вот мочмалу. Но все полезные вещества сосредоточены вот здесь. Поэтому сейчас я ем вместе со шкуркой. Поэтому если вы новичок в поедании грейпфрута, сначала вот таким методом пользуйтесь. Очищайте каждую долечку. А потом, когда привыкнете к его вкусу, ешьте уже
вместе со шкуркой. И тогда вам ни оспа, ни COVID-19, ничего не будет страшно. Можете даже летучими мышами закусывать. Вкуснотища. Ну и, конечно, самогоном запивайте. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.